Консультативное заключение по МРТ шейного отдела пациента 73 лет, выполненного 27 февраля 2019 года. При МРТ шейного отдела позвоночника в сагитальной и аксиальной проекциях костно-деструктивных изменений не найдено. Выпрямлен шейный лордоз. Выявляются признаки остеохондроза в виде неравномерного снижения интенсивности сигнала на Т2V от межпозвонковых дисков С2-С6 со снижением их высоты. Краевые, костные, заднебоковые разрастания с сужением межпозвоночных отверстий. Листезов не отмечается. Диаметр позвоночного канала обычный. Грыжи дисков С4-5 – 3 мм, С5-С6 – 3 мм и С6-С7 – 3 мм. Корешки свободны. Анатомические соотношения в позвоночном сегменте С1-С2 сохранены. Зуб аксиса расположен срединно. Суставные щели в атланто-осевом суставе симметричны. Спинной мозг не изменен. Миндалины мозжечка располагаются на уровне большого затылочного отверстия, без признаков пролоббирования их в просвет позвоночного канала. Патологии носоглотки и ротоглотки не найдено. В области слюнных желез патологии не выявлено. Голосовые связки утолщены и отечны. В области мягких тканей перед надгортанником слева образование с неровным контуром и однородной структурой. Щитовидная железа не изменена, немного неоднородная. Множественные лимфатические узлы разных групп не увеличены. Заключение. МРТ признаки дистрофических изменений позвоночника в виде остеохондроза спондилез.